туда попали? Ну, я вас сейчас... Мы оливы! Понял, оливы! Оливова! Я не жалею, что я пересек океан, чтобы увидеть такую штуку. Извините, но там опасно, и мы хотим воспользоваться гостеприимством. Пожалуйста, пожалуйста. Верфильд. Простите, но не могу. Шатров, прошу вас. Вы как бакинец моей фамилии знаете. Ну, конечно, конечно, да. Нобель, Монташев, концессия Верфильда и прочее, прочее, прочее. Да. Ну, старые табакинцы, они помнят вас. Да. Вы что же здесь, туристом? Не совсем. Я проездом из Ирана. А здесь еще ваши? Нет, это не мои. Это студенты из Латинской Америки. Простите. Шатров слушает. Да? Спокойнее будь, ну спокойно. Ставьте внизу вторую плотину. Так. Ну, пожалуйста, здесь ничего секретного нет. Простите. Все на седьмой участок. Олив! Ничего, ничего. Вы пытаетесь остановить его, но это напрасно. Вы думаете? Уверен. Он будет фонтанировать месяц. Рабочие рано или поздно бросят это дело. Они не бросят. Они знают, что это теперь не ваша, а их нефть. К сожалению... Да-да. Скорее, люди меня ждут! Скорее, скорее, лечи меня! А, Алибала, извините. Алибала, ты мне нужен. Что с тобой? Ничего, ничего, Федор Яковлевич. Нефть полезная. Лезешь, где смерть гуляет. Вот, теперь можно открыть глаза. Вы чего? Что вы сделали с костюмами, а? Ничего, ничего. Искупались в нефти, будут нефтяниками. Они давно нефтяники, эти сорванцы. А это моя Мирвалит. Видите, какая она здоровая? Мать попала под фонтан, когда она была еще в пеленках. Да, 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 да. Два дня ревела черными слезами. Нефть с нее все шла. Да, да, да. Поэтому она такая черноглазая. А вы что сделали с костюмами, а? Посмотрите. 100 рублей теперь надо отдать, чтобы отмыть вас в бане.
Сейчас же в баню! Слушаю. Здрасте, Лаврентий Павлович. Ничего, спасибо. Конечно, Лаврентий Павлович, тяжело нам отдавать этих людей. Золотые руки, мастера нефти. Нет. У нас здесь в ЦК Азербайджана ни минуты не сомневались в том, что бакинские рабочие охотно согласятся отдать свой опыт, знания новым месторождениям. Но все же... Нелегко будет Баку провожать их. Много, очень много. Первыми откликнулись сыновья нашего знатного мастера Али-Бала, Алиева. Ждут? Бакинцы это понимают. До свидания, Лаврентий Павлович. Передайте, пожалуйста, привет товарищу Сталину и скажите ему, что бакинцы не подведут. Угу. Пусть приготовит мне официальные данные о добыче нефти в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке за последние 6 месяцев. Хорошо. Пойду что? Ночной бюллетень ТАСС. Угу. Да. Угу. Бухаресте опровергает слухи о встрече Гитлера с Антонеску. Опровергают. Значит, встретились. Узнайте, когда возвращается наша техническая делегация из Румынии. Я думаю, что ей пора вернуться. Сегодня лучше быть дома. Вся Европа съехалась. Ну что, будешь кушать? Шашлыка нет? Нет. Люля-кебаб нет? Плова нет. Что хочешь, закажу. Ну что? Кофе, вина не будешь пить. Коньяк. Кофе-коньяк. Да. Ты большая статья. Будет ли Германия воевать с Советским Союзом? Да, вот тут про нас... В Плоэште прибыли представители советских нефтяных фирм. Фирм? Фирм. Прошу меня извинить, джентльмен. Добрый вечер. Я уверен, вы меня должны знать. Мы встречались с вами в Советском Союзе. 10 лет тому назад. В Баку. Послушайте, представители студенчества Латинской Америки. Совершенно верно. Я помню. Мистер... Гарсия, ну, очень приятно. Шатров. О, я знаю. А ваш друг тоже нефтяник? Это знаменитый в Советском Союзе мастер глубокого бурения. Ну, познакомьте меня с ним. Прошу вас познакомиться. Гарсия Фернандо Рудольфо Мария. Али Бала, Мирза Мамед Гусейн Оглы. Очень приятно. Прошу вас. О, thank you. Я геолог, мистер Алиев. Если я не найду нефть, о, бурильщикам нечего будет делать.
Извините. Гарсия. Моя жена погибла. И сын убит. Да. А я и Верфилд живы. Вас надо повесить. Успокойтесь, Чарльз. Вы знаете, кто послал Гитлера сбросить бомбы на крышу моего дома? Я сам. И Верфилд. Где он живет, в каком номере, я забыл. Кто? Верфилд. Чарльз. Что с ним? Бедняга Семнер. Он тоже геолог. Талантливый. Очень талантливый человек. Он служит здесь, в английской концессии. У Верфилда? Да. Но вот вчера получил телеграмму из Англии. Жена и сын погибли во время воздушного налета на Лондон. Да, но скоро и этот клочок нефтяной земли перестанет быть нейтральным. Вероятно, поэтому Верфилд и прилетел сюда. Шеф очень не в духе. Американцы прижали наши нефтяные компании в Ираке. Тогда хорошо, что он не видит этих. Русские всегда напоминают ему о Баку. Я знаю вашу мечту, мистер Шетров. Да, я читал. Вы хотите создать долото тверже алмазно? Да, чтобы можно было одним долото пробурить несколько тысяч метров. Всю скважину. Ну и облегчить труд людей. Ой, это великолепно. Фирма, в которой я работаю, платила бы вам $1 миллион за такое долото. Фирма. Фирма, как вы выражаете, моя фирма, она платит мне больше и дороже. Народным признанием. Ну и кроме того, мое долото будет называться Долото Шатрова. Как видите, моя мечта не лишена тщеславия. Нет, нет, это достойно уважения. Это мечта о бессмертии. Признаюсь, моя мечта похожа на вашу. Я хочу найти нефть в моей родной стране. Это в Латинской Америке. Маленькая республика. Мне хочется, чтобы мои соотечественники получили от меня этот подарок. Я мечтаю, чтобы в награду за это мне был воздвигнут памятник на моей родине. Да-да, джентльмены, не смейтесь. Я уверен, что мне очень пойдет пальто из бронзы. А? Ну, а вы, мой дорогой, молчаливый мистер Али-Бала, о чем мечтаете вы? Желаете ли вы бессмертия? Я уже достиг бессмертия. Ах, вот как? Вот вы, господин мистер Гарсия, называете нефть королевой, а себя слугой. Когда-то и я был рабом нефти. А теперь я ее хозяин. Стою я у своего бурового станка, посылаю нефть. Иди сделай мне хлеб. Делает. Сделай мне одежду. Делает. Вези меня. Везет. Защити меня. Защитит. Вот, смотрите. Это мои дети. Я их очень люблю. Они все нефтяники. Умру я, останутся они. И будут продолжать дело, которому я отдал всю свою жизнь. Строить коммунизм. Вот это и есть бессмертие. Что это? Слышите? Хайль! Хитлер! Хайль! Сядь!
Сейчас. Румыны, я крал вашу нефть, и она погубила меня. Сэмнер, бедняга Сэмнер. Нет, это не нефть, это война убила его. О, мистер Шатров и мистер Алибала, говорят, нефть — это война. Тогда каждый из нас должен делать все, чтобы нефть служила только для счастья людей и никогда для войны. Лично я верю, что это последняя война. На нашей бедной усталой земле будет мир. Давайте же, если мы когда-нибудь еще встретимся, расскажем друг другу, как каждый из нас шел своей дорогой к счастью своего народа. О чем вы задумались, мистер Оливал? Я хочу поскорее увидеть моих детей, моих сыновей. Я счастлив, когда с ними сижу за одним столом. Внимание, внимание! Пассажиров, отлетающих на Сахалин, Эмбу, Куйбышев и Туймаза, просят пройти к самолетам. Добро пожаловать. Давно я не был в родном доме. Вот. Разрешите. И дым отечества нам сладок и приятен. Ваша чашка на месте. Айсо. Что вы, Федор Яковлевич. Здравствуйте, как мы соскучились без вас. Вот. Утро любви. Но этикетка французская, а гонят, конечно, они из румынской нефти. Спасибо большое. Пожалуйста. Но они, наверное, очень дорогие, Федор Яковлевич. Да, а мы
Очень богатые. Салам. Салам. Видишь ли, по уговору с отцом я покупал подарки для женской половины. Ну, а вот... Он-то, он для мужской. Ну, и с той стороны проиграл, потому что сыновей-то в 6 раз больше. Где они, Федор Яковлевич, эти сыновья? Сидим за пустым столом. Нефть всегда приносила нам счастье, а теперь... Ну-ну-ну, Аля Ханум, доволен. Что ты понимаешь в политике? Что тебе сказали в ЦК, Федор Яковлевич? Очень много. Очень много. Это не просто новости, старина. Нет. Это, ну, откровенно тебе скажу, это исполнение самых лучших моих желаний. Слушай, сегодня в ЦК благословили на новое долото. Шатровское, черт возьми, долото. Поздравляю. Твоему времени пришло. Вот теперь задача. В Баку имеется только один мастер, которым я могу доверить испытание моего долота. Ну, ты знаешь его? Конечно, знаю. Кто это? Алибала. Он самый. Ну что ж, нужно так нужно. Необходимо. Ты вот в Европе-то видал, что творится? Стране нужна нефть. Да, нефть. Зачем нам терять время? Дети, завтра у нас какой день? Что-то с твоим долотом не берет этот грунт. Попробуй еще. Еще. Поднимай наверх. Отъем инструмента. Ну, быстро. Все за нефть борются. В войне помогают. А мы? А мы за что боремся? Все сначала. Иди наверх. Там больше ветра. Мозги у тебя проветрятся. Это чего? Да ничего, так просто. Тут долото. Высшая механика. Она еще нам после войны понадобится. Ох, как понадобится. Вперед надо глядеть, друг. Вперед, понял? Ну иди. Неужели прорвались? Немцы? Нет, немцы так не гудят, я знаю.
Союзнички. Английские опознавательные знаки на крыльях. Английские хорошо. Союзники в Москву летят. Союзники, союзники. 26 комиссаров было, да? Ни один не любил, когда английский самолет над Баку летал. Ни один. Уходи отсюда. Понял. Мистер Черчилль, мы пролетаем над Баку. О, извините, вы просили предупредить. Сделайте круг над промыслами. Да. Ввести английские войска сюда, в Баку. Я предложу это Сталину. Я понимаю тяжелое положение России. Мое сердце обливается кровью. Я чувствую сильнейшее желание страдать вместе с ней. Но второй фронт пока невозможен. Мы не готовы. Единственная компенсация... Ввести английские войска из Ирана сюда для защиты бакинской нефти. Это освободит советские дивизии для операций на фронтах, а? Вы думаете, Сталин может пойти на это? Что он кружит? Сесть, что ли, хочет? Позволь ему сесть, потом не уговоришь подняться отсюда. Вот это правда! Такой гость, то гвоздь. Войдет, обратно силой тащить придется. Конечно, если к нам шляпка, то еще ничего. А если острым концом? О, наши клещи, всех гвоздей хлещи. Откусят шляпку с головой вместе. Сталин. Сталин не согласится. Я попытаюсь, а не согласиться. Нет у меня второго фронта. Нет. Мой сын Тарас убит. Thank you.
Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ Сталин. Добро пожаловать. Спасибо. Здравствуйте. Давно не был в Баку. Поехали. Пожалуйста. Мы все-таки надеялись, что денька-два погостите у нас. Нефтяники были бы очень рады. Времени нет. Понимаю. Рузвельт и господин Черчилль ждут нас. Необходимо сегодня же быть в Тегеране. Сегодня же будете. Погода летная. До Тегерана ясно. А, до Тегерана ясно. Сколько лет ты смотришь на эту картину? 15? 20? Можно подумать, что и ты там нарисован. Конечно, нарисован. Просто ты не узнаешь меня. Ну где же, где? 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 Может быть, вот это? Или вот? Товарищ Сталин вел нас. Я все думаю. Помнит ли товарищ Сталин, кто был тогда около него? 904 год. Почти 40 лет прошло. Конечно, помнит. О, помнит, помнит. Мало у него дел. Должен он помнить Али-Бала. Как все здесь изменилось. А город похорошел. На аэродром поедем через Черный город. Сых. В селении Ахнатвы. Сураханы мимо моря. Неужели так помните, товарищ Сталин? Дороги, по которым пешком ходил, никогда не забываются. Особенно эти дороги. Да, где-то здесь жил с большими усами Алиев. Али-Бала. А он где? А он у нас один из лучших мастеров бурения. Очень приятно. Очень. Завершится. Но нефти понадобится не меньше, а больше.
Она должна выполнять свою основную задачу. Производить ценности, а не разрушать их. А сколько мощных нефтяных пластов под Каспием? Надо взяться за море как следует. Помнится, до войны нам предлагали проект «Осушить море». Но это заняло бы свыше 100 лет. Долговато, пожалуй. Нет, необходимо найти другие способы для морской добычи нефти. Создать новую технику. Техника здесь еще не сказала своего решающего слова. Сколько людей отняла у нас война? Сколько талантливых людей? Но силы нашего народа не исчерпают. Растут новые люди. Надо только уметь их замечать, смелее выдвигать. И мы отнимем у Каспия его сокровища для народа. Ну, пора на аэродром. По-моему, во всем мире нет талота лучше вашего. Парторга нет. Подождите фотографировать. Рамора, иди скорее, тебя жду. Голото повыше, а то его не видно. Погоди. Почетный мир. А где же Федор Яковлевич? А? Ну что же, долото его снимают, нас неудобно. Позовите его, мастер. Позовите. Еще раз, Федор Яковлевич, от лица всей комиссии поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. В субботу вечерком, пожалуйста, ко мне на стариковский чаек. Ну, не придете обидеть. Спасибо, придем. Скорее, живо. Пришли из газеты, снимать будут нас. Да не пойду. Ну, ребята ждут, обидятся. Идите, Федор Яковлевич. Надо идти. Снимаю. Алибаба им покажет. Кому? Как кому? Сыновьям своим, детям. Он ведь с ними соревнуется. Где мне найти инженера Шатрова? Шатров? Да. Вон он. Снимает его. Он сегодня именинник. Новое долото сделал. Всем долотьем долото. Спасибо, Ванюша. Спасибо большое. Товарищ Шатров. Да. Ваш человек спрашивает. Кто меня там? Я, кажется, пришел не вовремя. Ну, в этом мы сейчас разберемся. Идите скорее, а то меня потом не поймаете. Садыхов. Очень приятно. Садыхов, позвольте. А по какому, собственно... Ну, мастер не зря потрудился. Что? Ребята, это все Федор Яковлевич, его работа. Качнуть тебя надо! А ну, рабочий класс, навали! Из Баку меня послали на Эмку. Вот там и зародилась у нас эта идея. Мы взялись за ее разработку втроем. Двое ученики академика Громова и я, ваш ученик. Вам, конечно, ясно, в чем идея этого долота. Не совсем. Ну что же это, долото скоростное. Да. И нам, кажется, удалось найти решение,
совершенно неожиданное. Ну что ж, если бы это получилось в самом деле, это было бы блестяще, конечно. А это, по-моему, получилось. А сколько лет вы работали над этим? 3 года. Да, я над своим примерно столько же. Поздравляю, Федор Яковлевич. Праздничком вас, Федор Яковлевич. Благодарю вас, спасибо. Спасибо большое. Вот, знаете, с утра сам поздравляю. Телеграммы шлют. А вы-то что тут сидите? Вы 3 года сидели над своим этим неожиданным путем. Хотите, чтобы я сразу на все вам ответил? Идите в конструкторское бюро, в институт. Ну, что я тут на самом деле вам буду отвечать? А в субботу вечерком? Ну, зайдите ко мне, там 8:30. 8 или 8:30? 9:33. Хорошо. Пожалуйста. Ох, эти ребята, все мои ребрышки помяли. Ой... Что с тобой, Федор Яковлевич? Он тебя чем-то огорчил, этот парень? Кто он такой? Хочешь, я его догоню? А? Эй, у тебя такой вид, будто он отнял у тебя что-то. У меня? Почему у меня? Ну, конечно, не у меня. У меня такой ничего не отнимет. Я даже его на порог к себе не пущу. Я не понимаю тебя, Мирварин. Какие же это дерзости? Ты всегда хвасталась, что у тебя есть таинственная мечта, главная в жизни. А теперь заявляешь, никакой мечты нет. Ну куда ты девала свою мечту? Никуда не девала. И не твое дело. А, теперь все ясно. Мечта по-прежнему есть, и по-прежнему о ней никто не должен знать, так? Да. В особенности отец. Это причинило бы ему большое горе. Здравствуйте. Уже виделись? Что вы делаете? Рустам приказал поцеловать вас. Этот молодой человек привез нам письмо от сына. Надеюсь, не откажетесь от плова с каштанами? Ну, конечно, нет. Где вы остановились? Может быть, мы его оставим у нас? Дети наши уехали, комнаты остались свободные. Комната Мансура очень хорошая. Хорошая? Но там будет ему жарко. Может быть, комнату Рустама? Там дует. Что ты говоришь? Дует, я тебе говорю. Я лучше знаю. Не беспокойтесь, пожалуйста. Оказывается, ты его знаешь? Да, папочка. Очень давно знаю. Еще с 5-го класса. С 5-го класса? Ничего не знаю о своих детях. Иди угощай его пловом с каштанами. И если захочешь выйти замуж, предупреди меня хотя бы накануне.
твой час, скоро гости приедут. Швы их. Чертежами вашими угощать будете. Что? Чертежами, тетя Паша. Чертежами. А да, ты не пьешь. Ну что ж. Никита Иванович. Друзья мои. Я просто глубочайшим образом вам признателен за то, что вы нашли время и пришли ко мне, чтобы отметить мой успех. Но я должен вас разочаровать, дорогие товарищи. Я хочу предложить вам выпить за успех одного молодого человека, автора вот этих чертежей. Он сделал замечательную работу. Она будет иметь огромное значение в нашей борьбе за сталинские 60 миллионов тонн нефти. У него сегодня праздник. Ну, до Латуша Трову придется потесниться. Ну и уступить дорогу Долоту лучшему, чем мое. Долоту, товарища. Он целый. Что же вы там стоите, молодой человек, как бедный родственник? Вам нужно грудь колесо. Кажется, я опять не вовремя. 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 Все новое приходит вовремя. Да. Слушайте, Тур Садыхов, вы знаете, в Баку ведь есть один только мастер, которому мы можем доверить испытание вашего долота. Друг мой, Али-Бала, драгоценнейший мой друг. Пойдите к нему домой, посидите, потолкуйте. Только не домой, а в буровую контору. Да. Ну вот и поладили. Да, чокнемся, товарищ Садыков. За ваше долото. Оно лучше Шатровского. Я сумею доказать где угодно. Ну, как видите, мне не пришлось пожалеть, что в свое время я выпил за его здоровье. Да, да, многие бригады хвалят его долото. Но ведь оно все же только наше сегодня. Это верно, это верно. А вот здесь, если хотите знать... Наше завтра. Под нами миллиарды тонн нефти. И товарищ Сталин поставил перед нами задачу поднять ее. Триста дней в году Каспий злой. Бури, штормы, всякая пакость. Но если вынести вышки далеко в море, люди неделями будут отрезаны от берега от снабжения. Трудно перевозить материалы. Да, трудно. Очень трудно. Основная трудность – это перевозки по морю. Тогда, может быть, не возить по воде? А? Да. А возить железной дорогой по морю, по эстакаде. Представьте себе электровоз, который мчится вот над этими волнами. На эстакаду лягут нефтепроводы, падут грузы. Вот-вот. Мы построим мост на десятки километров вглубь моря, чтобы бакинцы могли проникать к нефти на любом расстоянии от берега, на любой глубине. Для этого мы дадим все, что нужно. Дадим людей, технику, заводы, дадим денег, не дадим только время. Дадим... Но мало. Каждый наш сегодня – это день борьбы за мир. Но для всего этого, Федор Яковлевич, нам нужен новый резец. Новое невиданное долото. У вас есть возможность осуществить ту мечту, которая была главной в вашей жизни. Мечту о сверхдолоте. Вы это попробуйте, Федор Яковлевич?
Сказать по правде, товарищ Жафаров, проект нового Долота уже несколько дней лежит у меня на рабочем столе. Это что? Новое Долото делает? Долото новое делает. Посмотри-ка. Новое? Новое, новое, новое. Ну, тогда советуй мне другого кого-нибудь. Зачем? Бригада моя придумала идею одну. Ну-ну. Техническую идею. Инженер нужен. Хороший инженер нужен. Тут надо, видишь, помочь нам. Вот, если верно придумано, нас никто не догонит. Ну, подожди, кого же мне тебе посоветовать-то, погоди-ка. О, у тебя же на вышке работает Фуат Садыхов, ты попроси его. Кого? Фуат Садыхов. Садыхова? Его. До свидания. Ну, постой, ну, погоди. Ну, ну, погоди, раз там. Ты же помогаешь его долото испытывать. Ну, а он тебе... Я ему? Пожалуйста. Он мне? Ни за что. Ну, почему ни за что? Ну, почему? Ну, спас. Скорее белое станет черным, чем я его попрошу. Он талантливый инженер. Ты сегодня заставляешь возить себя по всему городу, как будто прощаешься с ним. Ты что, решила уехать? Разве я могу уехать? Раньше за один стол с отцом садилась 5 братьев, а теперь сижу одна я. Я Ариф. Ну и что же? Я буду работать. Здесь 300 или же... 300? Из 300 люди едут в пустыне искать нефть. Понимаешь? Для этого нас с тобой учили. Ну да, я уже все слышала. Я должна сесть на коня, скакать по барханам, по степям. Я барышня, у меня нет мечты. Ты уже говорила об этом. За столом у папы нефть не находят. Такие геологи находят только мужа. Какой ты злой. Ну да, потому что я говорю правду. Ты всегда говоришь правду? Всегда. Впрочем, нет. Один раз я сказал неправду. Когда я привез письмо твоему отцу, я скрыл, что Рустам просил и тебя тоже поцеловать. Ох, вот как. Можно я сделаю это сейчас? Не надо. Почему? Поздно. Я скоро уеду. Значит, ты решила? Почти. А почему тебе так хочется, чтобы я уехала? Мне? Ах, да. Это, наверное, потому, что я тебя очень люблю. Правда? Я сказал неправду только один раз. Давай.
летняя бурильная труба. Через пару часов остановим работу. А что ж будем делать, мастер? Кулак свистит. Все будем делать, все будем делать. Найдем, что делать. Буря, катера выходили в море. Третьи сутки люди играют со смертью, чтобы пробиться к нам сюда. Да, теперь нас переплюнут. И на Эмбе переплюнут, и в Ставрополе поколотят. А мы будем стоять. И чего ему надо? Люди хотят, люди стараются, люди себя не жалеют, а оно бурлит, бурлит. Фу. Ну ничего, ничего. Утихнет буря, нагоним. Это верно. Если наше предложение пройдет, тогда еще можно догнать. А то куда догнать? А где, кстати, наш чертеж? У тебя, да, Штамил? Да нет, Мурсаль киши взял. Эй, Мурсаль! Чертеж у тебя? А, отдал, мастер! Салам. Салам. Я тебе хочу два слова сказать. Можно? Конечно, мастер, с удовольствием. Большой разговор будет. Я ждал этого разговора. Ты думаешь, разговор о Мирварит будет? Нет? А не будет. Пусть она останется в стороне. Хорошо. Пусть останется в стороне. Как нефть легче добыть? Как в море работать? Вот о чем разговор. Прошу помочь. Прошу. Здесь инженерный расчет нужен. Слово для сообщения научной конференции имеет инженер Фуад Садыхов. Прошу вас, товарищ Садыхов. Я думаю, что надо начинать не с меня. Я вел, Петр Иванович, только научную консультацию и делал все необходимые расчеты для этой очень интересной идеи. Но основные авторы этой идеи, вот они. Здравствуйте. Пусть кто-нибудь из них сделает сообщение научной конференции. Совершенно верно. Кто будет докладывать? Товарищ Алиев, очевидно. Смелее, мастер, не теряйся. Вы тоже не зевайте. Если что забуду, подсказывайте. Не робей, старина. Галаг апсны джуратачар. Что это значит? Ну, это по-русски значит смелость города берет. А. Товарищи ученые, мы привыкли на суше работать. А теперь кругом вода. Море. Нефть берем со дна морского. Обстановка другая. Моя бригада, это ребята опытные. С головой ребята. Если хотите знать, все нефтяники, отцы их были нефтяниками и деды. У меня тоже 4 сына нефтяники. И еще какие... Так вот, что мы предлагаем. Строим в море остров. Ставим буровую вышку. Кончили бурить? Говорим,
Не надо новой вышки. Не надо нового острова. Возьмем ту, что уже стоит, и немножко подвинем ее. Начнем бурить наклонно. Кончили бурить. Опять подвигаем ту самую вышку. Опять бурим. Получается, будто куст растет. И своими корнями во все стороны до нефти добирается. Вот в чем штука. При этой штуке не надо перевозить вышки по воде туда-сюда. Не надо время терять. Не надо деньги терять. Не надо металл терять. Не надо первое место в соревновании терять. Товарищ Шатров, Федор Яковлевич приказал внедрить, внедряем. Теперь бакинцев никто не догонит. Так? Теперь бакинцев никто не догонит. Всех за поезд будем затыкать. А премии будет, товарищ Аливалов? Товарищ профессор Аливалов. Товарищ доктор буровых наук. За такое дело обязательно выпить надо. Да выпейте раз. Ни капли, никогда, даже сегодня. Молодой был, глупый был. Боялся Аллаху не понравиться. От Аллаха избавился... Жена появилась. Боялся ей не понравиться. Старый стал, боюсь самому не понравиться. Где мир варит? Дай свет подарки. Почему как вечер, так и дома не сидится? А вот она идет. Моя мир варит. Вчера кончила институт с отличием. Недавно в куклы играла, а сегодня... Геолог будет для нас нефть искать. Годы идут. Пойди, войди, дочка, здесь все свои. Ассалям алейкум. Мир дому, пусть останется горе за порогом. Салам алейкум, добрый человек. Ты вошел? Теперь тебе остается сесть к столу. Спасибо. Я ехал к твоему столу 5 дней, 5 ночей. И вот тебе письмо от твоего сына Надыра. Надыр в Казахстане? Значит, ты казах. Скажу нет, кто поверит. Твой сын похож немножко на казаха. Поэтому, наверное, моя младшая дочь, как лиса, в капкан попалась ему. Значит, ты не просто гость. А ты родственник. Познакомься, моя жена Анахарум. А это моя бригада. Я Кадыр Карымкулов, тоже нефтяник, буровой мастер. Одержись, я приехал к тебе не как гость и не как родственник. Я рад, как бы ты ни приехал, мы все рады. Садись, дорогой мой, прошу. Сначала скушайте наших алматинских яблок, тогда скажу. Наши геологи нашли под садом нефть. Ах, какой сад! Рай на земле, но под садом нефть. Нефть нужнее людям, чем сад. И сад не будет, если твой муж не поможет. Твой сын Надыр привез к нам в Казахстан договор, социалистический договор. Копия в кармане. Один параграф в самом сердце. Какой это параграф? 5. Обязуемся обмениваться опытом. Вот я послан тебе по этому пункту 5. Дай мне опыт. Наклонные бурения дай. Тогда бурим сбоку, под сад. И не берем, и сад сидят. Сейчас у нас в Баку можешь увидеть совсем свежее, новое дело. Ты, кажется, вовремя приехал, друг. А? Что он говорит? Наше кустовое бурение тоже хочет отдать. А что за новое дело, дорогой Алибала? Еще не дело. Еще полдела. Казахстану подойдет это полдела. Азербайджану подходит. Что сделано в Азербайджане, годится везде. Не спорю.
ваши сады могут остаться довольны. Тогда возьмем наш договор. Прочитаем параграф 5. Обязуемся обмениваться опытом. А, хороший пункт. Но сюда не подходит. Еще опыта нет. И хитрали была, ты хитрее. Правду говорю. Сегодня придумали. Я профессорам докладывал. Завтра начнем этой придумкой вас бить и, как говорится, за пояс затыкать. Не так просто. Кое-что Казахстан знает, что Азербайджану годится. В Казахстане хорошо ротором бурят. Большие обороты дают. А? Наверное, птичка летала. Эту новость услыхала. Тебе сказала. А чем птичка? Мы газеты считаем. Верно, Ваня? Да. Не то 200 оборотов в минуту, не то 240. Возьмем другую цифру. Это давно наши женщины подмели. Неужели больше? Эй, что за секреты между друзьями, а? Вот, смотри. Дочка, что ты? Задушишь меня? Я еду ненадолго. Это еще что? Зачем соленая вода? А? Папа, я не хотела огорчить тебя, маму, но... Ну? Что случилось? Какая беда, а? Может быть, это совсем не беда, папа, но я... Уезжаю. Почти на целый год. И ты? Да. Я ждал этого. Вот видишь, я знала, что ты так скажешь. Но я должна. Я мечтала об этом. Люди едут нефть искать. Неужели ты скажешь остаться? Я скажу. Вот что мать скажет нам, ей очень трудно будет. Ничего не понимает в политике. Я скажу. Эта девочка всегда была дерзкой. Всегда считала своего отца глупцом. Ну, поезжай. Папочка, я всегда, всегда любила тебя. Вот тебе новость. Вот тебе новость. Любить своего отца. Ну, прощай. До свидания, папа. Сказать ему? Твоему? Ну как его? Не надо, не надо. Ну как хочешь. Güzel seney bizimedir ülkemiz, ne geçenktir bu temiz. Güzel seney bizimedir ülkemiz, ne geçenktir bu temiz. Ana vatan, ana vatan. Tükenmez kuvvetin var, kudretin var, şöhretin var canım ana vatan. Tükenmez kuvvetin var, kudretin var, şöhretin var canım ana vatan. Ey vatan, yetiz vatan, senin üstüne heyran bu gönül. Ey vatan, yetiz vatan, senin üstüne heyran bu gönül. El açır kol kanat, ay kainat, ne güzeldir bu hayat. El açır kol kanat, gül kainat, ne güzeldir bu hayat. Ana vatan, ana vatan, mükemmel kudretin var, kudretin var, şöhretin var, sana ana vatan. Mükemmel kudretin var, kudretin var, şöhretin var, sana ana vatan. Вот. Здесь будешь жить. Хорошо.
как немало места. Гостю здесь будет хорошо. Какой я гость? Ах да, я забыл, ты же родственник. Здесь я не гость и не родственник, а командирован по пункту 5. По пункту 5? Вот здесь будет тебе уютно. Будешь жить в тишине, в покое. Что с тобой? Я степной буриш. Никогда на море не работал. Что? Голова кружится? Нет, немножко не привык я. Ничего, ничего, пойдем. Ой, буря, дорогой родственник. Разве ты теперь уже родственник, а не по пункту 5, а? Может быть, пойдешь отдохнешь? Какой отдых? Отдыхать в Сочи поеду. Идем, показывай. Идем. Прошли 640 метров ротором. А теперь пустим турбобур с кривой трубой. Начнем отклонение. Наклонно пойдем, понял? Понятно. Скоро и до нефти доберемся. Иди спать. Ты четверо суток не спал. Иди. Не хочу спать. Я уже четверо суток не слышал, что делается на свете. Хочу, не хочу. Я всю жизнь от всех вас только это и слышу. Ну-ка, давай. Одна я хочу то, что вы хотите. Такое мое счастье. А. Подожди, дай послушаем, что делается в мире. Сейчас будет Москва. Последнее известие. Дорогие мои родители, очень скучаю я без моих стариков. Наша экспедиция в самом сердце пустыни. Пески, пески, но мы бродим по ним и верим, что скоро здесь будут города и сады, и счастливые люди, которые покорили пустыню, как бакинцы покорили море. Мы уже знаем, что под нами есть нефть. Есть. И мы найдем ее. Найдем. Потому что она нужна нашей стране. Говорит Москва. Указ Президиума Верховного Совета Союза СССР о награждении работников Министерства нефтяной промышленности за выдающиеся заслуги в деле увеличения добычи нефти, выработки нефтепродуктов, разведки новых нефтяных месторождений и бурения нефтяных скважин наградить орденом Ленина Алиева Теймура Али-Балалы.
Ну что ты делаешь? Что такое? Твои сыновья. Алиева Надира Али Балаоглы. Мастера подземного ремонта промысла «Доссор». Объединение Казахстане. Алиева Рустама Али Балаоглы. Мурового мастера треска «Туркменне». Алиева Али Бала Мирза Гусейн-Оглы. Мурового мастера треска «Сталинне». Андреева Федора Николаевича. Жестокие меры, принятые правительством, вызвали возмущение прогрессивных кругов республики. Да, слушай, Федор Яковлевич, помнишь Фернандо Гарсия? Кажется, он из этой самой республики. Да. Кажется, из этой. Слушай. Предупреждаю. Я прикажу открыть огонь, и ответственность ляжет на вас. Понятно или нет? Не надо, не надо. Отмените ваш приказ. Вы не посмеете пролить кровь. А, сеньор, это вы. Вам лучше уйти отсюда. Те, кого вы защищаете, готовы растерзать вас. Уйдите. Я Гарси. Фернандо Гарси, геолог. Я открыл эту нефть. Будь ты проклят! Эта нефть принадлежит гринго из Нью-Йорка. Он стоит рядом с полицейским. И с тобой, предатель! Я хочу, чтобы страна моя принадлежала моему народу. Чтоб наша нефть принадлежала нам. Мы не отдадим ее никому. Ни грамма нефти для американцев для войны. Если бы они поскорее выгнали своих хозяев. Ай, сколько крови, сколько горя. Опять политика. К нему дети со всех концов съехались, а он здесь сидит с политикой. Прошу к столу. Прошу вас, Федор Яковлевич. Ты мой друг и учитель моей семьи. Прошу. Thank you.
смотри, сколько нефтяников. А? С такими молодцами не 60 миллионов тонн нефти, а 60 миллионов тонн золота добыть можно. Для них нефть дороже золота, Федор Яковлевич. Кажется, и для нас с тобой, старина. Налейте мне вина. Что с тобой, отец? Налейте мне вина. Нет, нет. Пусть это будет большой бокал. Самый большой. Но пусть он будет налит руками самого молодого из вас. Так я хочу сегодня. Дайте мне этот бокал. Если бы теперь я опять встретился бы с товарищем Сталиным, я бы ему сказал: спасибо. Спасибо за все, товарищ Сталин. Иосиф Виссарионович, дорогой мой, родной мой, отец наш, орел наш, с твоей высоты ты видел дальше всех верную дорогу, и ты привел нас к счастью. Вот за это счастье я выпью. Только бы нам опять не помешали, Хлебова. Да, лишь бы не помешали. И за это я тоже выпью, чтобы не помешали всякие господа из морей и океанов. Я не одинок в своем желании. Много миллионов людей по всей земле хотят этого. Как же не выпить за это? Хорошо.